Здравствуйте, я Радислав Гандапас, тренер по лидерству, ораторскому искусству и личному развитию. С особым удовольствием я говорю сейчас, что 18 мая на гостеприимной площадке клуба молодых предпринимателей в Кишиневе я проведу тренинг Self-Made Man, самоменеджмент и самомотивация. Когда я говорю с особым удовольствием, это не пустые слова. Кишинев – это город, в котором 2 года я служил в армии, улицы которого мне знакомы, близки и стали родными для меня. Я с удовольствием воспользуюсь возможностью приехать в Кишинев еще раз. Я понимаю, город изменился, люди изменились. И надеюсь, что и люди, и город стали еще прекраснее. Итак, 18 мая я проведу тренинг Self-Made Man, самоменеджмент, самомотивация. Это самый на сегодня продаваемый тренинг из всех, которые есть в моем портфеле. И это неспроста. Многие участники пишут мне о том, какие результаты они получили, как жизнь их вышла на новый уровень, как они смогли реализовать свои амбициозные цели, планы и мечты. Приходите и вы 18 мая. Кишинев, Self-Made Man, самоменеджмент и самомотивация. До встречи.